да, мы народ, у которого культуры хватает всего лишь на 4 дня. Вы что, не видите? Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя, судьба всей Украины. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, а? Ну хоть за долги, я вас очень прошу. Я же вам говорил, Путин вам не указ. Указ, указ. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующие ходить в шерстяную одежду. Так мы сможем добывать электричество. Сел за президентский компьютер, что-то печатает. Что печатает? Сейчас. Володарь Всесвіту, не то. Бджолиный король, опять не то. Сеньор Голодомор. Слушайте, по-моему, он президентскому компьютеру пароль подбирает. Кажучи правду, єдине, що табака зігріває душу, це надання Україні термосу. Так, стоп, подождите. Что такое? Это надо переписать. Чего? Ну, по тексту согреваю надо Томасу, а вы сказали термосу. Якщо ви, товариші, не виведете свої зелені війська з Криму, ми через місяць виведемо всіх дівчат з Москви. Ми всі говоримо, Путін безсовісний пристав к Україні. Да, може бути, не случайно, тому що Україна красавиця. Она ему просто нравится. И судя по его поведению, она ему нравится больше, чем Кабаева. Я вам честно хочу сказать, что все истории, все легенды о том, что в России происходит информационная антиукраинская война, это все неправда. Я подтверждаю, я нахожусь здесь уже второй день, и вас, бендеровцы, уже немножко недолюбливаю. Если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигаешь вперед. Не любишь ты нас, хохлов, Россия. Yes. Не любишь, да. Yes. А зря, зря. Вот ты выйди на Тверскую, ты посмотри. Да там же кроме нас, хохлов, и любить-то некого. Что касается кредитования, то Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве с любой стороны.